от пациента, хронические боли, выраженные в коленных суставах, врожденная варусная деформация голени и комби-плоскостопия, все тело. А сейчас запрос по коленным суставам. Рентгенолог сделал обзорный снимок всего меня, как я понял, с помощью МСКД-сканера. Программа сценарий томографа, при этом OncoSearch. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 36 лет, дата исследования 3 октября 2022 года. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. С обеих сторон выявлены симметричные изменения. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены, анатомические соотношения в суставе сохранены, умеренное сужение рентгенологической суставной щели, субхондральный склероз суставных поверхностей, с обеих сторон надколенники второго типа по Вайбек, индекс Инстол-Салвати 1,0 с обеих сторон, передняя и задняя крестообразные связки прослеживаются отчетливо, заключение, КТ. Картина двухстороннего гонартроза первой степени. Рекомендована консультация травматолога. 10 октября 2022 года, доцент кафедры М.Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. КТ коленных суставов, без подозрения на травму. По сути, бесполезное дело. Ничего не видно. Суставной хрящ, связки не оценить. Можно увидеть грубую перестройку костной ткани при опухоли, но опухоль костей – вещь достаточно редкая. Если колени беспокоит, бы посоветовал сделать МРТ. Вопрос пациента Максиму Анатольевичу. При том, что у меня боль, в том числе в суставах, и назначили исследование. Но почему рентгенолог сделал снимки обзорные всего тел? Это и в метаданных отмечено, программа сканирования, онкопоиск. Меня сканировали очень долго, в различных проекциях, положение тела. Видимо, врач понимает, что вполне вероятно онкологии чего-либо. Но не найти специалиста, который бы оценил все патологические изменения в купе. Еще, остеопороз там же отчетливо виден, в особенности в аксиальной проекции. Как вы про это напишите? И просил Олега Александровича вам задать вопрос насчет онкосканирования и сильно увеличенной части толстого кишечника. Сделать МРТ нет возможности. И денег нет, и на само исследование тоже. И не факт, что оно будет качественным. МРТ мне противопоказано. У меня резко усиливается тревога, и я не могу лежать ровно, не двигаясь совсем. Акатезия. Как и противопоказана длительная поездка до СПБ. А там полная дезориентация, шум, ужас просто. Несмотря на то, что я выхожу из автобуса уже измученный болью и дискомфортом. Так что надеюсь на вашу помощь, Максим. Только не говорите, пожалуйста, это к лечащему врачу. Лечащий врач отправляет делать МСКД и ничего не понимает. И говорят, это к рентгенологу. Одна сказала, у тебя организм сложный, и все. Ответ Котова М.А. Для достоверной оценки остеопороза КТ не используется, поэтому я про это и не пишу. Рекомендую выполнить денситометрию. По результатам данного исследования определить причину боли в суставах невозможно. Почему лечащим врачом было принято решение о проведении данного исследования, я не могу знать. Вы можете спросить это у него сами.